Судебные приставы клянутся в доблести и чести. На площади 40-летия Победы 10 сотрудников службы торжественно приняли присягу. Каждый офицер ФССП после аттестации должен пройти эту процедуру в обязательном порядке. Как говорят сами сотрудники, присяга – это очень волнительно. После нее градус ответственности работника повышается в разы. В первую очередь они говорят, присягают Российской Федерации на служение нашей Родины. Служим России, служим закону. Это основные термины из этого положения. Целью данного мероприятия ставится в первую очередь это воспитание коллектива, укрепление дисциплины, правопорядка и так далее. Руководитель службы напомнил офицерам о необходимости вести активную работу с должниками, особенно в преддверии Дня защиты детей с алиментщиками. Недобросовестных родителей, плохо выполняющих свои обязанности по содержанию несовершеннолетних, в регионе больше 6 тысяч. Общая сумма долга – 1 миллиард 154 миллиона рублей. Для алиментщиков у приставов заготовлен целый перечень мер на все случаи жизни. Есть и профилактические мероприятия, беседы, вручаем направление в Центр занятости населения, чтобы должники шли, искали работу, трудоустраивались и начинали платить алименты и погашать задолженность. Вот. Есть и кардинальные меры, рейды, привода, когда должников доставляют судебному приставу-исполнителю. Судебный пристав-исполнитель рассматривает вопрос о привлечении его к административной ответственности. Для должников, а их тоже пригласили на акцию, приставы организовали флешмоб. Детские творческие коллективы выступили с танцами. Для нерадивых мам и пап прочитали трогательные стихи. Алиментщики смущенно опускали глаза и стыдливо прятались от камеры. Ведь время пройдет, не оглянешься. И дети станут взрослей. Потом ты, конечно, спохватишься и станешь, возможно, умней. Но детям ты станешь чужим, и помощь твоя не нужна. Ты будешь ими гоним, ведь только мать была с ними нежна. Ты место в их жизни теряешь, а время идет все вперед. Сейчас ты детей забываешь, потом и тебя одиночество ждет. Метод кнута и пряника – основополагающий в работе приставов. После развлекательной части сотрудники службы отправились на акцию «Узнай о своих долгах». В течение рабочего дня они предлагали пешеходам и автолюбителям проверить свои данные в базе ФССП и при наличии долгов оплатить их. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.